Всем привет! Продолжаем рассматривать картины и их описания, опубликованные в книге «Сокровища искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах. Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Издательство 1904 года». Джан Антонио де Баци, прозванный Содома. Сиенская школа. Святой Севастьян. Самая знаменитая из картин Содомы. Святой Севастьян или Себастьян, находящийся во флорентийской галерее Уффици, было написано на церковной хоругви. На передней стороне этой хоругви изображена среди красивейшего пейзажа Богоматерь, поклоняющаяся ей святыми и кающимися грешниками. Эта главная картина не отличается ни особой оригинальностью, ни величием или грациозностью постановки фигур, ни их выразительностью. Зато написано на задней стороне хоругви изображение святого Севастьяна соединяет в себе все достоинства, свойственные мастерству Содомы: красота линий, благородство юношеских форм вместе с экспрессией благочестия и покорности воли Всевышнего в испытываемом страдании, производит на зрителя чарующее впечатление. Прекрасная фигура святого Севастьяна, озаренная нежным прозрачным светом, эффектно выделяется на фоне роскошного ландшафта, оживленного несколькими фигурами меньшей величины. Как в формах, так и в выражении святого, в фигурах юношей и всадников на переднем плане, как и в светотени, так и в силе колорита, везде в этой картине заметно влияние Леонардо да Винчи, с которым Содома сошелся в Милане, а затем, быть может, свиделся в Риме и Тоскане. Ну вот такое описание картины я нашел в книге издания 1904 года «Сокровища искусства. Картины знаменитых мастеров. Художественные репродукции в фотогравюрах. Баде Кнампа». Перевод и дополнение под редакцией Александра Бенуа. Пока-пока. До свидания.